Ну что, Белов Павел Дмитриевич, ты белыми? А я все больше черными люблю. Проиграешь, убью обоих. Выиграешь, сдохнешь один. Это я тебе обещаю. Я тебе слово даю. Твой ход. Мне один человек рекомендовал. Он не предупредил, что ты в федеральном розыске. А что, какие-то проблемы? Расплачу. Только ее не трогай, а. Делаешь все, как я скажу, и с ней ничего не случится. Что-то как-то все нереально звучит. Ну, хоть какие-то обстоятельства есть за нас? Есть. Этого еще никто за нас не делал. Ты всегда быть как человек делом. В общем, ты прав. Что за дело? Значит, надо стать кем-то другим. А ты прав. Общение со мной – это риск. А еще больше риск – разводить меня на деньги. Леш! Лех, водить пьяным в виде опасно! Останавливают меня тоже, однако ты это делаешь. Лёха, а что ты лучше? Я строю, Маша, строю. Строишь? Ты строишь. Невидимую крепость. Да вы хоть представляете, что для этого нужно? Конечно. Хорошее настроение, умение работать и пару лямов. Зелень. Невидимая крепость почти построена. Братья Смолиных больше нет. Лёха, ты гений! Камня, Лёх, встряли. Что делать-то, Лёх? Спокойно. Что-нибудь придумаем. Открывайтесь! По-моему, это вам. Ну вот и все, господа. Вот это твоя жизнь, вот это твоя. А вот это вот, Витя, твоя. Меняйте охрану, нужны профессионалы этих уволить. Ну, я больше карты люблю. Хрена вы все это затеяли. О, фотка моя. Угу. Симпатично, правда? Гляди, Леш, там по-любому подставы. Я их знаю, я никому ничего не прощаю. Леш! Я тоже. Меня загонят в угол, то страшно будет не мне, а им всем. Всем сидеть! Ты что творишь? Правду творю. На пол! На пол! На меня смотри! На меня смотри! На меня! Срок 5 часов. Время пошло. Ты же даже с дерьмом на руках делаешь вид, что ты король. А? Погубит от тебя, Лех. Если тебе не везет по жизни, даже не садись за карту.